Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и Вадим Кадашов, увидев, насколько сильно мне не повезло с открытием контейнеров, ну невезучий я, ребят, в отношении контейнеров, прислал мне еще один подарочек. Вадимчик, огромное тебе спасибо. Вадим написал, что это утешительный приз, и я очень сильно надеюсь, что там однокомнатная квартира в центре города. Ну а если что-нибудь другое, ну хорошо, тогда и этому будем радоваться. Ну что, давайте будем открывать, что прислал мне Вадимчик в виде утешения. И, Вадим, еще раз огромное-огромное спасибо. Открываем, смотрим. Так, там. Вадим, огромное-огромное тебе спасибо. Вот знаешь, вот это вот, оно должно было быть в тех контейнерах, однозначно. Мистический сертификат, а значит там 100%, ребят, какая-то машина. Мы однозначно сейчас ее откроем. Всякие вот такие вот приблудки для танчиков, украшения. Контейнеры, новогодняя маскировка и 2023 голды. Огромное-огромное спасибо. Это действительно, ну, просто шикарный вклад в развитие канала. Особенно если там сейчас выпадет что-нибудь, чего у меня нет ни на каком из аккаунтов. Но даже если будет что-нибудь такое, которое повторяется, ну, значит, будет компенсация. Все равно огромное-огромное спасибо. Для начала, я думаю, можем открыть с вами контейнер и посмотреть, что выпадет нам в отношении всякого рода украшений. Камуфляж, пряничный домик, 20 сертификатиков на свободку, это тоже классно, 40 сертификатов на свободку, и, ну, сейчас будет, если еще 40 сертификатов, ну, 20 будет вообще классно, 25 даже, вообще бомбей. Итого по сертификатам получается 65 сертификатов на свободку, это действительно жир. Ну что, я думаю, что всем, безусловно, интересно, что у нас внутри будет мистического сертификата, кто выпадет. Единственная, ну, как бы, засада заключается в том, что если вдруг будет повторение, то, как вы видите, по всем машинам будет компенсация серой. Ну да бог с ней, я очень сильно надеюсь, что все-таки будет машина, которой у меня нет, пускай даже какого-то нижнего левела, но зато что-нибудь новенькое. Ну что, открываем, смотрим. Так-с. Супер! Матильда БП. Жаль, Матильда БП у меня в ангаре есть, но, ребят, свою компенсацию я получил. А это уже хорошо, это значит, что на какие-нибудь танчики я смогу вешать новую оборудку. Обзавелся свободкой, и в любом случае я обзавелся дополнительными 2000 голды, которые помогут мне снимать новые честные обзоры. Вот если вы смотрели видос, в котором я открывал контейнеры, предыдущее видео, в пределах этого видоса я здесь наверху ссылочку добавил. Так вот, ребят, вот это видео по поводу контейнеров, открыл 5 штук, пускай мне ничего не выпало, но это правда. Ребят, это правда и это честность. Если вы смотрите обзоры других ребят, которые показывают, что из мистических контейнеров им постоянно что-то выпадает, ну, ребят, поверьте, это далеко не всегда так. Вот прям совсем далеко не всегда. Поэтому перед тем, как покупать, допустим, те же самые контейнеры, подумайте, что лучше: синица в руках, то есть зайти в ангар, с ангара, простите, в магазин и купить то, что ты видишь, ну, либо все-таки щекотать себе нервы контейнерами. Ну, а на данный момент, ребят, у меня все. Подписывайтесь на мой канал, если вы за честность, помогайте развиваться моему каналу, если вы хотите все больше и больше честных обзоров, нажимайте на колокольчик, чтобы их не пропустить. Ребят, дарите друг другу подарки, получайте удовольствие от игры, ну, а главное, мира вам и спокойствия. Пока-пока!